данном видеоролике показано, как команда СК атакует точку Б. Играет она в этом, в этой партии против команды XP. Это один из раундов, примерно в середине партии. Обратите внимание, что у команды XP в данном раунде ближний респа на парапет, чем они и воспользуются, подсадив двух игроков. Оставшиеся два игрока за КТ идут по дефолту дефенсить точку. Откидывают флешка. Мы сейчас видим карту сверху и действия обоих команд. Красные же в это время укрепляются в кишке и достаточно медленно продвигаются в сторону данной точки. Это классический slow round. Основная часть нападающей стороны укрепилась в кишке и ждет действий Aqua и Poti, которые попробуют начать с центров. Нападающие медленно продвигаются и вдвоем выходят на центр. Обратите внимание на синхронность продвижения игроков. Вот сейчас будет выход на синюю сторону и делается минус. Медленным шагом игроки уходят и атака начинается. Два игрока, которые сделали минус с центра, будут сохранять кишку. Остальные, обратите внимание, минус, голова противника. Два раза попали слону достаточно далекого расстояния. Это показатель того, что стрельба на данной позиции у СК очень на высоком уровне. И терроры проходят на точку. Слон не успел сделать минуса. Трое игроков занимает Б. Двое же остаются в кишке для того, чтобы сдержать атаку синюю. Вот мы видим, как они останавливают противника, откидываясь флешем. И двое контров пытаются дефенсить точку. Вот идет попытка. Один из них рандом, другой пытается открыться. Достаточно сложно отбить такую точку. Вот что мы видим. Один коту играет, а второй, естественно, пытается засейфиться. Нападающая сторона решает добить их, потому что нельзя оставлять оружие у противника. Вот таким вот проходом команда СК взяла данный раунд.